Возобновить мы решили, так как особенно в час пик в наших спальных это районах односоставные вагоны не вывозят всех тех это пассажиров, которые собираются на остановках, поэтому особенно на пиковые явки, на часы пик, вот мы восстановили спаренные вагоны. На сегодняшний день выехало это 4 таких состава, которые работают на Черноморском направлении. И на этой неделе еще собираемся выпустить на поселок Котовск. По поселковому это 7-й маршрут, а на Черноморском мы говорим за 26-й маршрут, который работает от ЖД вокзала со Старосиной до 11-й станции, это Черноморской дороги. На сегодняшний день мы восстанавливаем возможность этого вагонов это работать в парках. К большому сожалению, не все вагоны пока могут это работать в этом режиме в парке, в составах. Поэтому вот сейчас на Черноморском будет это 4 состава, на поселок готовы выпустить 2.